потянет, ты можешь выжить. Ясно? Вот сюда? Да. Нет, вот туда, пойму туда. Вот туда? Да. Как только оно поднимется, разворачиваемся через правую руку. Вот сюда? Да. И летим вперед. Хорошо. Я тебе сейчас скажу. Сделай несколько шагов сюда. Ага. Стой, жди. Да. Жди, жди, жди. Друг мой, да. Я летаю 15 лет, все хорошо, подлоба, пошли вперед. Да? Да, пошли вперед, пошли. Пошли, мать его, мой подлоба. Ребята, я ваш должник. Спасибо. Все, окей. Дай. С меня алкоголь и мясо. Извините. Перехвати камеру. Давай мне его. Тише, крепче, тише, крепче. Thank you.
стала улетать Москва абсолютно. И мне захотелось в гору, мне захотелось просто какой-то свободы. И я знаю, что в Грузии прикольно, красиво. Наверное, такие горы, вот мне до этого казалось, что в Испании самые красивые горы, а теперь я считаю, что самый красивый город в Грузии. Когда я путешествую, я вдохновляюсь, и как только я приезжаю в Москву, вдохновение сразу куда-то улетучивается, и просто через день. Вот я не знаю, что это такое. Надеюсь, что я неплохо сняла, как оператор горы. А куда приземляться будем? Mm-hmm.
горы. И горы с всевозможными водопадами, то есть прям вообще... Тебя не будет. Просто потом ты на фоне себя же можешь.